В нашем районе в УФМС зарегистрировано более 7 тысяч иностранцев. В основном это граждане Узбекистана и Таджикистана, занятые вполне легально на низкооплачиваемых, с точки зрения петербуржца, работах. Миграционная служба регулярно проверяет жилой сектор и предприятия на предмет нелегалов. За полгода 2011-го таких выявлено 152. Все они оштрафованы, а 20 человек высланы из Российской Федерации за нарушение закона. Нелегальных мигрантов становится значительно меньше. Работодатели Колпинского района совершенно достойно оформляют документы на иностранных работников. Становится меньше нелегально прибывающих, однако имеют место быть случаи массовой постановки на миграционный учет, нелегального пребывания в основном в частном секторе. Вторым вопросом коллегии стало исполнение адресной программы текущего ремонта крыш. В настоящий момент закончено свыше 40% запланированных работ. Темпы, конечно, наращиваем, стараемся. Будем надеяться, что вовремя и в срок мы все закончим. Также у нас готовится, уже почти готов пакет документов, сейчас пойдет на согласование по ремонту шиферных кровель. У нас такой есть еще анахронизм в районе, к сожалению, это шиферные кровли. Бедные граждане, проживающие в этих домах, конечно, намучились, потому что понятно, что шифер уже сгнил. У нас даже был случай, когда зимой кровельщик провалился, сломалась, под ним кровля, не выдержал шифер. И он провалился, слава богу, обошлось без несчастного случая. Выделены деньги, и мы в этом году, в течение сезона, 100% поменяем все шиферные кровли, поменяем шифер на металл. Последним вопросом стала реализация в районе программы патриотического воспитания.